решить вопрос с несанкционированной торговлей и с незаконно установленными объектами рекламы. Сегодня, в том числе об этом, речь шла на координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории Самарской области. На эти проблемы неоднократно обращал внимание губернатор, в том числе в своих посланиях. Это важно и в преддверии чемпионата мира по футболу. Регион как для жителей, так и для гостей должен выглядеть привлекательно, и от этого вопроса зависит наполняемость регионального бюджета. Что в сложившейся непростой экономической ситуации особенно актуально? Также навести порядок необходимо в сфере оказания ритуальных услуг. Очень много обращений от людей поступает на незаконные действия как должностных лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Я хотел бы сказать, в первую очередь, о нарушениях, которые связаны с завышенными расценками. Деятельность значительной части предпринимателей никем не контролируется, что создает предпосылки к различным злоупотреблениям их сотрудников. Из неофициальных сведений следует, что объем рынка ритуальных услуг составляет более 1 миллиарда рублей. Хотя по официальным сведениям сумма в пределах более 640 миллионов. Этой теме глава региона всегда уделяет особое внимание. В отрасли есть ряд серьезных проблем. В сжатые сроки необходимо создать условия, чтобы гарантировать людям соблюдение их прав и интересов. Также на совещании обсуждался вопрос противодействия распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории региона. Пока ситуация далека от идеальной, не менее важная тема – противодействие религиозному экстремизму. Эту задачу ставили как президент России, так и губернатор.